Всем привет! Меня зовут Оксана Мечта, я шеф-повар. Сегодня я вам расскажу, как приготовить самую сочную, самую вкусную, самую замечательную кукурузу. У меня всего 3 рецепта. И давайте начнем с самого первого. Мой самый первый рецепт будет кукуруза в духовке с травами. Это самый сочный и, по мнению эксперта, самый лучший вариант. Мой эксперт – это мой муж, человек, который очень избирателен в еде и который дегустирует все то, что я приготовлю. Можете быть уверены, это самая вкусная кукуруза, но не стоит забывать, что все-таки в духовке готовить ее минут 30 есть более быстрые способы. Что ж, мы посыпаем нашу кукурузу пряными травами и солью и заворачиваем в фольгу. Нашу кукурузу в фольге ждет уже нагретая духовка, и мы перекладываем кукурузу на противень. Следующий рецепт, рецепт номер 2, это кукуруза на гриле. У меня аэрогриль, и он употребляет очень много энергии. Поэтому вместе с кукурузой для аромата и для большего удобства я буду готовить баклажаны, перец и кукурузу. Включаю на 30 минут на 200 градусов и ждем. Третий рецепт самый быстрый и самый легкий. Мы даже не очищаем кукурузу от полиэтилена. Мы просто ложим ее в микроволновку на 7 минут и вынимаем через 7 минут. Наша кукуруза готова. Давайте посмотрим, что у нас получилось на гриле. Итак, рецепт номер 1 – кукуруза на гриле. Она очень горячая, поэтому мне приходится ее буквально кидать на тарелку, потому что я ее беру голыми руками. Наша кукуруза выглядит сочной. Наши зернышки не помятые, они выпуклые и сочные. Я намазываю нашу кукурузу сливочным маслом, чтобы она была еще ароматнее и еще вкуснее. Сверху я посыпаю кукурузу обычной солью. Кукуруза на гриле готова. Наша кукуруза в духовке практически приготовилась. Сейчас я вынимаю ее из духовки при помощи полотенца, потому что держать ее в руках просто невозможно. Я разворачиваю фольгу, и вы даже можете увидеть, насколько сочная и ароматная, еще теплая, я бы сказала так, горячая кукуруза перед нами. Посмотрите, как пылает эта милая, сочная кукуруза, эти зерна манящие. С травами так и просятся на зуб. Я посыпаю нашу кукурузу очень вкусной домашней брынзой и заворачиваю ее обратно в фольгу, чтобы брынза расплавилась. Так она будет намного вкуснее. Наш следующий рецепт, и самый простой, и самый быстрый, это кукуруза в микроволновке. Все, что нужно после того, как я вынула ее из микроволновки, это всего лишь удалить верхний слой, наш полиэтиленовый пакет. И, конечно же, очистить ее от листьев и других волосяных покровов. Посмотрите, как выглядит кукуруза. Она практически сварена в воде, но всего лишь 6 минут мне потребовалось, чтобы приготовить эту кукурузу. Я посыпаю ее молотым черным перцем и солью. А сейчас наступает время дегустации. Я дегустирую попеременно каждую из кукуруз и своим профессиональным взглядом и вкусом тестирую каждую из них. Скажу честно, что мнение эксперта с моим совершенно совпало. Мне безумно понравилась кукуруза со специями и брынзой в духовке. Это самый лучший рецепт. Ну, конечно же, вам выбирать сочнее,
быстрее или красивее. С вами была шеф-повар Оксана Мечта. Смотрите мои видео, ставьте лайк. Я вас люблю. Пока!